Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Приехал я сегодня в район Тосмур, к речке Дим. Здесь в одном из самых хороших комплексов продается трехкомнатная квартира. Тут у нас олимпийский бассейн, около речки, около моря. Ну, много говорить не буду. Один из самых любимых проектов Алании. Значит, здесь у нас речка Дим. Тут у нас как бы парк 800 метров оттуда до моря. И также у нас в той стороне есть парк почти 900 километров, скажем, до моста Дим. Вот там мост. Здесь у нас кестель. Здесь оканчивается Тосмур. Крайнее место Тосмура. Эта дорога прямо ведет к песчаному пляжу района Тосмур. Там плавный вход в море. 500 метров, как бы этот пляж песчаный. Потом в сторону Обы начинается скала. И также в сторону Кестеля там плиты и скалы. Здесь есть оборудование для спорта. Короче, люди конкретно здесь отдыхают. Впереди есть у нас как бы кафе у речки. Вот такая резиденция. Это финики натуральные, если кто не видел. Вот. Вот это проект называется Riverside Resort. Состоит она из 4 блоков. У нас чип. Пойдем с чипом. Открыли. Здесь у нас беседка. Там у нас теннисный корт, баскетбольная площадка. Много фруктовых деревьев. Очень просторный сад. Вот еще одна беседка. Также здесь есть скрытое место. Именно сделано для барбекю. Генератор с той стороны. Вот, смотрите, какая красота. Вот несколько гриль для шашлыков, там кто что будет жарить. Вот такое красивое место. Уютно, удобно. Все готово для отдыха. Очень хорошая управляющая компания. Так, здесь позади этих блоков открытая парковка. У нас ресторан. Селямон Алейкум. Такой ресторан функционирует. Вот олимпийский бассейн, дорогие друзья. Скамеечки, детский бассейн. Зонтики, шезлонги, все есть. Айдат тут 300 лир, 30 евро в месяц. Квартира продается в этом блоке. 2 плюс 1 под ключ. Так, у нас тут есть фитнес внизу большой и теннисный стол. Спустимся вниз. Надеюсь, функционирует. Вот это. Вот здесь у нас все оборудование, то, что есть. Так, в этой стороне у нас душевая часть, в той стороне санузлы. Тут огромная территория. Вид у этого проекта никогда не закроется. Вот аквапарк. Там детская игровая площадка. Комаров около речки нету, заранее скажу. Делают дезинфекцию. Все.
Значит, здесь у нас детская игровая площадка. Вот такой просторный, ухоженный сад. Все, что нужно для счастья. Вот проект. Все живут счастливо. Элитный проект. Так что интеллигенция проживает в этом проекте. Сейчас покажу вам открытую парковку. Вот открытая парковка. У нас также вход с той стороны. В том стороне у нас под этим зданием фруктовый овощной магазин, в левой стороне ШОК. И все то, что есть на улице от Тосмура, все в шаговой доступности. Расстояние отсюда до моря 320 метров. Места для велосипедов. Вот такой вход в этот блок. Проекту почти 14 лет. Вот такой лифт, вместимость 2-3 человека. Такая лестничная площадка. На этаже у нас 2 квартиры. Здесь у нас шкаф для обуви. Прямо около дверей. Так, разуматься. Сейчас я включу свет. Вы уже увидели, какая просторная гостиная. Дорогие зрители, хозяин этой квартиры потратил сюда как минимум 20 тысяч евро. Мне сказали 30, но я скажу, что 20 тысяч евро как минимум потратил. Вот такая мягкая мебель, качественная. Стол вот деревянный журнальный стол, освещение, полностью поменял все двери, окна, телевизор фирмы Philips, кондиционер фирмы Bosch. Сразу покажу я вам кухню и выйду на балкон. Вся бытовая техника у нас фирмы Bosch. Да. Так, Bosch. Вид с кухни. Уже понимаете, насколько красивый вид. Ага, тоже для воды. Вот. Сразу покажу изюминки этой квартиры. Застекленный балкон. Какая красота. Два балкона. Балкон еще продолжается. Он такой вот длинный. Откроем окно. Вид. Вот это да. Я влюбился. Вид на речку, вид на бассейн, вид на ухоженный, красивый наш просторный сад, на горы, глазами не описать. Тихий, спокойно. Птички, попугайчики поют. Время съемки 9:30. Попугаи пока спят там, кажется. Кто здесь от их... Музычку поют попугайчики. Просторный балкон. Так, он здесь сделал типа кладовка, да? Угу. Ламинат. Вот поменял все вот эти двери.
полностью поменял санузел. Проточный водонагреватель фирмы Вейта, стиральная машинка Bosch. Покажу с этой стороны. Здесь у нас спальня. Кондиционер он не установил, так как здесь как бы прохладно летом, так как речка, с гор ветер дует, и зима у нас 2, максимум 3 месяца в Алании. Где-то плюс 15 градусов, плюс 18 бывает. Ну, один месяц как бы бывает холодно. Погода меняется от плюс 10 до минус 3. 2-3 дня вот это происходит. Минус 2, минус 3, когда вот на эти горы падает снег. А так плюс 5, плюс 10, январь, февраль максимум до 5 марта. Ну, погода во всем мире меняется. То, что было 2 года, зима. Так, балкон вы видели с этой стороны. Извиняюсь, кажется, вид... Да, вида нету здесь. Вид на соседнее здание. Так. Здесь у нас вторая спальня. Тоже он не до конца отремонтировал. И здесь у нас еще один балкон. Как бы вместо кладовку сделал здесь. Отсюда есть вид на море. Вот. Кусочек. Изюминка. Вид на соседнее здание. А это что? Здесь еще есть. Не знаю, не открывается. Там у нас продолжение балкона. Дорогие зрители, хочу подвести итог. 2 плюс 1, 115 квадратных метров жилая площадь полностью со всеми балконами. Брутто здесь 130 квадратных метров с балконом вместе. 130-135. Я говорю по вашим меркам, так как по турецким меркам здесь определяют по грунте. Продается с мебелью и бытовой техникой. Цена этой квартиры 126 тысяч евро. Айдат 300 лир. Расстояние отсюда до моря 320 метров. По речке близко, по дороге на 20 метров, 30 метров побольше расстояния. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Банкоматы, Мигрес, БИМ, ШОК, рестораны, пекарня есть рядом. Расстояние 250 метров отсюда. И эта дорога ведет в сторону Дим-Чая, речки Дим, где все рестораны около водохранилища. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Тосмор. Всем пока-пока.